около 5 лет. Ну, лет 20 уже. Ну, последние 2 года активно болеем. 3 года. С 2008 года. Болею, наверное, с того момента, когда команда стала называться «Локомотивом». 15 лет. Ну, лет 5, не меньше. 5-й сезон. Я болею 1.5 года с открытия арены. С 13 года, как выиграли Лигу чемпионов. Матч с «Зенитом». «Динамо». С «Уфой» мы, по-моему, играли, выиграли 3-1. Мне запомнился матч с «Кузбассом». «Закса» и «Слуба». Замечательные игры, полны ярких эмоций. Очень хотел бы их пересмотреть еще раз вживую. С казанским «Зенитом». 14 апреля с «Динамо» Ленинградская область. Мы очень старались поддержать свою любимую команду, и у нас это получилось. Здесь мы хорошо проводим время всей семьей. Здесь приятная атмосфера, драйвовое настроение. Здесь, я считаю, наши стены помогают команде добиваться побед. Тут всегда интересно, какие-то эмоции получаешь огромные, и всем это очень нравится, волейбол объединяет. Все на высшем уровне сделано, одна из самых лучших арен в России. Зажигательная атмосфера, очень шумный, крутой зал. Свежо, светло, отличное настроение. Ну, конечно же, успехов, мы поедем на них смотреть и будем болеть прямо там. Мы вас любим, мы будем очень скучать, ждать нового сезона. Вам только победы в Казани. Конечно же, победа. Ну, конечно, ребятам всегда хочется пожелать, чтобы они играли без травм. «Локомотив» в этом сезоне классный. И хочется пожелать, чтобы мы стали чемпионами России в этом году. Только «Лока», только вперед, только победа. Первыми? Первыми. Первые, конечно. Первыми. 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 Конечно, первыми. 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 Первыми, конечно.